Женское здоровье требует самого внимательного и деликатного отношения. Именно таким подходом руководствуются врачи Пермской клиники «Мать и дитя». Пожалуй, самая главная роль в жизни женщины – это роль мамы. Чтобы родить здорового малыша, к беременности нужно готовиться. Не забываем, что каждая беременность индивидуальна, и доктор составляет план ведения беременности с учетом вашей сопутствующей патологии, назначает анализы и дополнительные обследования. У нас есть возможность проводить консультации ведущих специалистов при решении сложных вопросов. Осложненная беременность или беременность высокой группы риска требует более тщательного контроля. Это ультразвуковое исследование, допплерометрическое исследование на УЗИ аппаратах экспертного класса и специалистов сертифицированных. Есть возможность проводить домашний суточный монитор. Аппарат КТГ, или так называемый фетальный монитор, позволяет отслеживать состояние плода в домашних условиях, что очень удобно для будущей мамы, поскольку экономит ее время и силы. В клинике «Мать и дитя» я наблюдаюсь уже более 8 лет. Очень круто, что в одном месте собраны все самые хорошие специалисты. Я многодетная мама, и у меня трое погодок. С 2016 года я встала на учет, и так и провожу здесь. Меня даже называют нештатным сотрудником иногда. Вот. Ну, клинику я эту очень люблю, и нет-нет, приезжаем к врачу. А до беременности я тоже здесь наблюдалась, поэтому вопрос о выборе клиники у меня не стояло. Посещать гинеколога необходимо каждой женщине в любом возрасте, не менее раза в год. Плановый осмотр необходим для того, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. Не стоит ждать проявления симптомов, ведь большая часть так называемых женских болезней на начальной стадии протекает бессимптомно. И когда появляются первые признаки нездоровья, значит, болезнь уже активно прогрессирует. А главная задача гинеколога – сохранение здоровья женщины, а не лечение. При рутинном осмотре у гинеколога каждой женщине предлагается пройти процедуру кольпоскопии. Почему? Потому что данная процедура является широко информативной, абсолютно незатратной и безболезненной. Данная процедура помогает доктору обнаружить очаги патологии, которые еще не видны невооруженным глазом. Соответственно, с этого очага доктор может прицельно, правильно взять материал для цитологического мазка, либо предложить биопсию шейки матки, либо других тканей. Жительницы Перми и нашего края сегодня могут пройти диагностику и лечение на прекрасном современном оборудовании. Один из самых информативных и малоинвазивных методов диагностики и лечения внутриматочной патологии – это гистероскопия. Современная гистероскопия матки среди всех инструментальных методов исследования считается самой информативной для диагностики и лечения всех видов внутриматочной патологии. Главные преимущества метода – это доступная цена, безопасность, минимальная травматичность для стенок влагалища и матки и отсутствие разрезов и швов. Это один из самых точных способов диагностики патологии матки, позволяющий выявить и предупредить развитие различных заболеваний, а также сохранить в некоторых случаях и даже восстановить фертильность. Своевременно обращайтесь к специалистам, регулярно посещайте гинеколога. Забота о женском здоровье – залог счастливой жизни. Остановись мгновение, ты прекрасна. Согласитесь, иногда всем нам хочется сказать такое об отпуске, например, или об уходящем лете. Жаль, что время нельзя остановить. Или все-таки можно? Чтобы это узнать, зайдем в бутик стабилизированных растений Vega Flowers Gallery. Живые цветы прекрасные, вот только красота их мимолетна. Они быстро увядают. Но благодаря особым технологиям выращивания специалистам удалось остановить мгновение и продлить жизнь цветов. Уникальность стабилизированных растений заключается в том, что они сохраняют свежий вид и аромат не менее 5 лет, при этом не требуя специального ухода, полива и освещения. Не случайно такие цветы и композиции из них получили название «Неувядающее чудо».
Благодаря удивительным свойствам стабилизированных растений, дизайнеры-флористы могут воплотить самые смелые фантазии. Неувядающий букет – это замечательный подарок по любому поводу. Широкая гамма оттенков и флористических материалов – безграничная основа для творчества. От утонченных флористических композиций до изысканных интерьерных решений. Зеленая картина – это не просто летний пейзаж, а стильное и современное украшение для любого пространства. Панно из стабилизированных растений гармонично сочетают в себе зеленые листья, мхи, цветы и различные декоративные элементы с оригинальной дизайнерской идеей. Украсить интерьер могут и настольные композиции, и деревья бонсай, которые идеально подходят для оформления зоны отдыха, офисных помещений и торговых комплексов. Ну а букет невесты из стабилизированных цветов станет лучшим напоминанием о самом счастливом дне на долгие годы. Отличным подарком и украшением интерьера могут стать и цветы в стекле. Различные формы стеклянных ваз подчеркивают элегантность композиций, для создания которых используются и классические розы, и роскошные орхидеи, и яркие герберы. Как остановить мгновение? Заключить живой цветок в капсулу времени. Эти композиции составлены из натуральных диких растений, цветущих на склонах гор, вершинах холмов и океанском побережье. Многие из них – одуванчик, вереск, чертополох – согласно древним легендам, несут чудотворную силу. Помещенные в монолитную прозрачную сферу, эти творения природы никогда не потускнеют и не увянут. Мимолетный миг цветения становится вечностью. Такой подарок будет постоянным напоминанием об искренних и теплых чувствах, которые никогда не увянут. Дети – это счастье, и неважно, полгода им или 16 лет. Ну, я рад, что ты счастлива и наверняка не расстроишься из-за проигрыша, так ведь? Да у тебя, наверное, троечка была по математике в школе. Ты проверь, лайков-то у меня больше. Пересчитай. О, действительно, ну, переволновался немного. Да.